Итак, добрый день, группа Витязева. Сегодня наша подписчица Екатерина Усова обратилась с такой просьбой. Она забронировала в гостевом доме по адресу Центральная 2D номер на 4 человек. И хочет все-таки убедиться, что все хорошо, что ее номер соответствует фотографиям на сайте. Также попросила уточнить, есть ли бассейн, потому что на сайте она говорит, он есть. То есть ей по факту хочется узнать, что там действительно находится. Она мне скинула номер хозяйки Яны, я с ней созвонилась. Яна не против была, чтобы я приехала, сняла. В общем, я на месте. Смотрите, вот так вот у нас выглядит территория. Здесь у нас ворота, место для парковки я сразу вижу. Что заметила, то и говорю. Так, у нас здесь, смотрите, какая зеленая зона. Прям двор одно удовольствие. Единственное, что она сказала, что здесь это... А, вот она, да, у нас есть детская площадка. И, соответственно, вот уже вижу прям сходу бассейн. Так что не волнуйтесь, он есть. Я его по факту сама вижу, вот вам показываю. Также здесь за углом тоже сразу покажу. То, что мне все объяснила Яна. Находится зона... Для курения мангальная зона, зона отдыха, вот как-то так она называется. Вот здесь вот у нас есть лавочки, столик, урна и мангал. Мангал, я так поняла, что тоже в свободное пользование, берите, пользуйтесь. И теперь я вам покажу ваш номер, который вы забронировали. Он находится вот здесь, как вам и сказали, на втором этаже. Здесь вот такая вот винтовая интересная лестница. Там даже, кстати, по-моему, есть мансардный этаж с панорамными окнами, ничего себе, прикольно. Какой, наверное, вид оттуда потрясающий. Но не знаю, не была. Итак, поднимаемся с вами по лестнице. Она очень удобная. Сразу что чувствуется. Просто разные лестницы бывают. Иногда там поднимать надо высоко, ногу здесь комфортно. То есть вот раз я поднялась. И получается вот ваш номер. Такой. Обшитый. Так, номер у нас обшитый вагонкой. Здесь вот вешалки у вас. Как я поняла, этот столик будет стоять здесь все-таки на этаже. Это зона отдыха на балкончике. Здесь комод, односпальная кровать, двуспальная, еще одна односпальная, телевизор, кондиционер, окошко. И я так понимаю, вот здесь санузел. Давайте тоже сейчас загляну. Покажу ваш санузел. Так, ну пока в воду еще, наверное, не пускали, потому что не сезон. Вот у нас зеркало. Ставим лайк. Вот так вот выглядит ваш номер. Ну что, Екатерина, я надеюсь, вы остались довольны. Во всяком случае, вам виднее было, вы бронировали номер. Надеюсь, что все в этом плане хорошо, и это действительно ваш номер, который вы забронировали. Ну а всем подписчикам группы пока-пока. Спасибо за просмотр.